привет! Вы смотрите Вики Шоу. Помните, у нас на канале есть видео, и оно называется «Пранк в машине». Там больше 35 миллионов просмотров и почти 500 000 лайков. Так вот, это видео заканчивается тем, что я должна была провести ночь в машине, но за мной неожиданно пришел папа. И я уже больше года после того видео хочу провести целую ночь в машине. И вот, наконец-то, сегодня я решилась и сама себе устроила челлендж. Вот та самая машина. Ладно, я шучу, конечно. Вот она, папина машина, в которой мы снимали то самое видео. Хочу ее сама помыть, подготовить ее, навести там чистоту. Нужно ее подготовить, чтобы я смогла комфортно провести там всю ночь. Принесу всякие вкусняшки, игрушки, развлечения и так далее. Я даже могу себе сделать царскую кровать. Самое главное, я сделаю себе комнату развлечений. Да-да, вы не ослышались, комната развлечений прямо в машине. Да, это будет круто, поэтому смотрите это видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Будет очень весело. Ну что, я уже принесла ведро с водой. Сейчас будем сначала мыть машину внутри. Открываем дверь, потому что просто посмотрите, какой здесь бардак. Очень много грязи, всякой пыли. Нужно убрать еще медленно сиденья. И вот эти вот все три сиденья я их наклоню, чтобы было много места, чтобы я могла спать. Так, пол мы будем с вами мыть в самом конце. А сейчас давайте мы возьмем вот эту пшикалку и сюда вот попшикаем. Видите, тут грязь. Вы посмотрите, какое у Амелии там грязное сиденье вообще. Так, пшикаем. Давайте пройдемся чистой тряпкой. Вытираем. О-о-о! Мусора сколько! Вот это повезло. Так. Быстрее. Ну что, отлично. У нас теперь есть мусорное ведро. Убираем его пока подальше. А теперь давайте продолжим тут все мыть. Ой, как грязно! Так, ребята, я пока тут протирала машину, заметила. Это не грязь. Оно не стирается, это какие-то царапины. Я надеюсь, папа не заметит. Но это не я их сделала. Может быть, и я. О, протираем сиденья, чтобы были чистые. Так, вот это сиденье я протерла. Теперь второе будем протирать. Только здесь, смотрите, здесь есть такой столик. Его надо будет протирать и пшикать водичкой. Начинаем. О, так хорошо стало, свежо. Так, давайте попшикаем, попшикаем, попшикаем. Все, можно протирать. Фух, все, сиденье я уже полностью протерла. Осталось протереть последнее сиденье, но оно сзади. А есть еще два передних сиденья. Ладно, хорошо, мы их протрем. Но смотрите-ка, чтобы протереть вот это сиденье, нам мешается Амелина кресло. Поэтому сейчас каким-то волшебным образом нам придется его самим убирать. Здесь открываем дверь. Так, все, я вас поставила. Фух, а я сильная. Я его убрала. Оп. Любимой тряпочкой протираем. Внутри сколько мусора, кошмар. Ну что, все сиденья сзади мы с вами протерли. У нас осталась вот эта часть машины. Сейчас будем ее протирать. Я тут вспомнила, что здесь очень много грязи. Я уже сняла коврики. К сожалению, я не смогла снять процесс, потому что это было очень тяжело. И снимать я бы точно не смогла. Поэтому сейчас я уже притащила пылесос. Сейчас все вот это мы с вами будем пылесосить. Ну что, ребята, я очень долго все пылесосила, и посмотрите, как здесь стало чисто. И я забыла про одну главную фишку. Забираемся внутрь. Видите вот этот потайной кармашек? Оп. Что здесь? Мусор. И Амелины карточки тоже не нужны. А ну-ка, иди сюда. Их мы тоже убираем. Ага, здесь чисто. Отлично. Так. Смотрите, сколько тут всего. О, тут даже мой антистресс нашелся. Смотрите. А я его потеряла. Мой любимый антистресс. Зато нашла его.
пусть здесь полежит. Вообще, я не знаю, сколько лет вот этой виселке и сколько времени она здесь висела. Давайте все это выносить в дом. Теперь давайте переходить к передним сиденьям и все, что есть в зоне руля. Смотрите, здесь коврики я уже тоже сняла. В общем, я пропылесосила всю машину изнутри. Я там все протерла, все вылезала. Вообще ни одной пылинки там нету. Ну а теперь настала моя любимая часть. Мою машину снаружи. У меня вот такое вот огромное ружье. Оно стреляет с водой. Смотрите. Будем им мыть машину. Кто там не подписался, того тоже помою. Ну что, настало время пенить машину. У меня здесь огромное ведро с пеной. Вот такая большая губка. Ой, ну ладно, так. О-хо-хо, как эпично пошло. Так, как оно заблестело сразу. Вот эту под ручкой тоже надо помыть. Ага, так, до крыши, к сожалению, не дотягиваюсь, но на крышу никто не смотрит, поэтому ее мыть мы не будем. Надо намочить снова, взять побольше пенки и еще раз. А, как вкусно пахнет! Смотрите, как она все стекает. Красота. Ну что, сейчас опустим кресло. Не знаю, получится ли показать. Вот тут вот есть рычаг. За него надо будет потянуть, и кресло сами опустится. Прям сами. Я вам клянусь, сейчас сами увидите. Нажимаем на рычаг. Видели? Сами опускаются. Я только на рычаг нажала. В багажнике нету никого. Сейчас убедитесь. Я опустила. Вот. Пусто. Давайте залезем. О, как давно не была в багажнике. А вы тоже любите в багажнике босиком сидеть? Я люблю. О, две волшебные кнопки. Можно поднять машину вверх и вниз опустить. Смотрите. А, машина не заведена, не получится. Ну что, готовим машину ко сну и к развлечениям. Это будет... мой матрас. Что, не лезет больше? А ну-ка, давай. Сейчас еще принесу много развлечений. Побудьте здесь. Розовое огромное одеяло. Давайте расстелим вот это огромное одеяло. Хотя вообще это будет плед. Одеяло я другое принесу, чтобы было удобнее. Расстелим его по всему багажнику. Это будет очень круто. Так. Привет. Так, смотрите-ка. Половина готова. Вот это сюда расстелить. А чё? Нормально получилось, смотрите-ка. Прикольно. Ух. Сейчас положу сюда матрас и куча-куча подушек, всякие гаджеты, развлечения, и вы будете просто в шоке, что я подготовила. Ну что, я притащила очень много гирлянд еще. Пакмана, он будет у меня... где-то стоять и светиться. Помните, я в начале видео говорила, что сделаю в машине настоящую комнату развлечений. В общем, да, это будет на самом деле. У меня есть просто безумная идея. Я стащу с родительской спальни огромный телевизор, притащу его прямо сюда в машину. Я не знаю вообще, как это будет выглядеть, как я это сделаю и вообще... хочу к телевизору подключить игровую приставку. Это будет очень круто. Так, ну что, сейчас будем вешать гирлянду. Так, давайте повесим. Это я хочу обмотать. А ну-ка, иди сюда. Оп, вот здесь еще вот так. Она длинная? Да, она длинная. Так, не жалеем. Еще.
мне кажется, хватит. И обматываем здесь. Ну что, я уже все разукрасила. Посмотрите, здесь очень много гирлянд. Они и здесь, и тут везде висят. И на этой стороне, и тут даже здесь. Когда наступит ночь, я их включу, и будет очень-очень красиво светиться, как цветомузыка. Ну а теперь мне нужно будет как-то пробраться к маме в спальню и украсть у нее телевизор. Так. Вот этот телевизор я как раз-таки хочу украсть. О, нет. Похоже, придется поговорить папу. Я надеюсь, что он маме ничего не расскажет. Папа! Пап! Этот, можешь, пожалуйста, телевизор снять? Так, во-первых, зачем тебе телевизор, а во-вторых, почему ты с камерой? Ну, я видео просто снимаю, а я хочу, чтобы ты снял мне телевизор. Просто. Со стены, что снял? Да. И его, ну, надо притащить его машину. Чё? Ну, видишь, сними, пожалуйста, машину надо срочно. Это маленький телевизор, она без нее не уснёт. Подожди, что ты задумала, рассказывай. Я проболталась уже. А мама знает вообще? Нет, не говори ничего. Я сегодня хочу поночевать в машине, я там уже... Чего? В машине? Да, я... Одна? Одна. Ты не сможешь. Тихо. Ты не сможешь. Я уже все приготовила. Не сможешь. Я туда все перенесла. Я твою машину выдраила все. О, хорошо. Изнутри и снаружи. У тебя не полезет телевизор в машину. Я все померила. Ну, давай проверим. У тебя просто глаза не видят. Снимай. Блогер. Сейчас попробую снять. Ждем. Мама тебе влетит. Не влетит. Амогус. Папа, ты снял телевизор? Давай. Ну, и к тебе влетит. А может быть и мне тоже. Да не влетит. Пошли. Ага. Быстрее, тихо. Вот если... Да не шуми ты. Так, если это видео наберет 100 тысяч лайков, тогда тебе не может и не влетит. О, ребята, быстрее ставьте лайки, чтоб меня мама не ругала. Тихо. Мне штаны спадают. Капец, они у тебя спустились. Сейчас упаду. Ребята, в общем, я здесь уже все обустроила, вы посмотрите, как красиво здесь все выглядит. Так, здесь уже тут идет ролик, тот самый, да. Здесь куча гирлянд висит, очень много подушек. Посмотрите, вот мне очень нравится, что здесь находится впереди. Вообще красота. Так, планшет, мой любимый голубь. Посмотрите, какой он классный. Игрушки и гирлянды тоже. Это просто невероятно. Прям это мечта просто. Еще мне не терпится подключить игровую приставку, чтобы я всю ночь могла играть на телевизоре. Представляете? Это очень классно. Давайте сейчас попробуем подключить. Хотя стойте. Подождите. Я забыла вам кое-что сказать. В моем челлендже нельзя выходить из машины после 10 вечера. Я забыла это вам сказать в начале ролика. Ну, в общем, сейчас уже скоро настанет 10 часов вечера. А я вспомнила, что, и во-первых, я не почистила зубы. А во-вторых, у меня нечего кушать. У меня еды здесь вообще нету. Сейчас надо будет быстренько... Подождите, стоп. Ребята, я посмотрела на время на айпаде. И как назло, 10 часов 5 минут. Очень круто. И что мне делать? У меня еды нету. Я голодная, я устала. Ну ладно, давайте пока посмотрим это клевое видео. Я что, там сигналить умею? Там какая-то красная точка. Чё тут устроил? Вау! А, вообще. Это папа! Ты чё тут устроила? Я думала, что за красная точка в окне? Ой, покажи, как телевизор. Смотри. Вау! Я ничего круче не видел в своей жизни. Слушай, папа, этот... Можно я к тебе спать приду? Нельзя! Нет? Mm-mm. Ты смотришь тот самый ролик? Да, у меня к тебе вопрос. Можешь мне к телевизору подключить игровую приставку, пожалуйста? Нет, это слишком шикарно для тебя будет. А еще еду забыла.
Ну, еду принесу, так и быть. Да, принесешь мне? Я посмотрю, что есть, да. Ну, подожди! Подключи игровую приставку, пожалуйста! Сейчас, ну-ка подвинься. Бомба просто! И это все в машине? И я это все сама сделала. Посмотри, здесь как кто? Здесь Пахмай. Чисто. Посмотри, как чисто. Подожди, макарошки принесу. О, макарошки! О, джекпот! Давай. Как хорошо быть блогером, а? Зафактил. Так, где же он? Кушать хочу. Ура! Так, спасибо. Я устроила, Вика, себе тут домашний театр. Какая вкуснятина. Ты что, икнула? Вика, раз уж ты решил себе домашний кинотеатр устроить, прям в машине, вот тебе еще попкорн. Спасибо. И напиток. О, а что он какой цвет странного? Вика, только когда спать будешь, ногами телевизор не разбей. Хорошо? Хорошо, спасибо. А, ну что, наконец-то я буду кушать вкуснейшую еду. Посмотрите, у меня здесь макарошки с сыром, листья салата и сосисочка. Это еще такое еще горяченькое, вкусненькое. А пахнет просто. И я на телевизоре включила ролик, где мы были на Мальдивах первый раз. Это было 4 года назад. И я на самом деле очень часто пересматриваю наши старые видео. Мне очень нравится. Бомба. Ребят, как оказалось, приставка у меня не работает. Но я нашла выход из этой ситуации. Мошки летают. Я нашла выход из этой ситуации. И я смогла подключить свой iPad к телевизору. Смотрите, я двигаю. Он тоже двигается. Все работает. Сейчас будем играть в Бравл Старс. Нужно сначала выбрать бойца. А, вот у меня задание на Лу. Будем играть за него. Отлично. Я буду выполнять квест. Так, все, начали. Быстрее, быстрее, наносим урон. Нет! Не убили! Нет, нет, нет! Нет, нет, нет! Поймала мяч. Отлично, отлично. Поймала мяч. Пасуем, пасуем. Так, отлично. На самом деле, это так необычно, чтобы я в машине сидела в багажнике и играла на планшете. И тут был телевизор настоящий. И он работал. Что это вообще? Как это? Ну что, ребят, давайте будем готовиться ко сну. Ну, мне нужно поселить. Кровать, сделать, привести себя в порядок, потому что я хочу спать красиво. Потому что зацените, как тут классно! Это просто шик. Но знаете, огромный минус. Так как у меня тут были открыты двери, потому что дышать-то нечем. Здесь прилетело много мошек. Смотрите, на потолке. Видите? Справимся с ними, зато будут шипеть. Смотрите, я с собой взяла свою косметичку. Здесь у меня всякие уходовые средства. Поэтому сейчас будем перехорашиваться. Так, а как камеру перевернуть? Подождите. Вот, отлично. Хотя нет, не отлично. Я как будто бы как мем. То, что вы увидели, называется мем. Кстати, мне, походу, придется спать со включенным светом, потому что у меня все розетки, они находятся снаружи. И я никак не смогу их выключить, потому что мне нельзя выходить из машины по моим правилам. Я, конечно, такая умная. Я взяла с собой зубную пасту, зубную щетку. А как я чистить буду? У меня нету воды. Ну, вообще, у меня есть не вода, а сок, который мне принес папа. Нет, это не идея вообще никак. Ладно, тогда уберем. Моя серединка для волос, ну ее потом оденем. Бальзам для губ, он лечит ваши губки от шелушения, чтобы губки не шелушились. Его обычно надо зимой использовать, но я и сейчас буду использовать. Крем для рук, давайте нанесем. А, вот открылся. Раньше, когда несколько лет назад, я тоже пользовалась этим же кремом от шелушения, потому что зимой у всех шелушатся руки, мне кажется, у всех такая проблема. Когда у меня они сильно-сильно шелушились, мама говорила: помажь вот этим кремом, он все у тебя вылечит, руки шелушаться не будут. Я помазала, и он мне сильно щиплил, но зато помогало. А сейчас мне не щиплет. А, так, и, кстати, я тут включила Спанч Боба, поэтому... какая-то странная серия. Что это такое? Значит... Я головой в потолок стукнулась! У меня уже...
уже есть подушка и простыня у меня постелена. Осталось взять только одеяло. Опа, текс. Главное, телевизор не разбить во время сна, потому что, как многие из вас знают, я луначу. И вообще, я снимала ролик, где я пранкую родителей, где я лунатила. Это было, ну да, это был пранк, а так я реально по-настоящему иногда луначу. Кто там? Что ты там делаешь? Там папа стучится. Сплю, ты меня разбудил. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну что, доброе утро. Пойдем посмотрим, как тут Вика провела всю ночь. То детка проснулась. Да. Как спалось? Ужасно. Че это ужасно? Во-первых, так как у меня кровать под наклоном, я как на горке скатывалась к телевизору. Ну, не сломала телек? Не знаю. Во-вторых, сначала было холодно, очень холодно. Угу. Потом стало очень жарко. Я открыла форточки, открыла окна. Ко мне залетели комары и покусали меня. Класс. Еще хочешь тут ночь провести? Нет! Где моя царская нормальная кровать у меня в комнате? Я хочу там спать теперь. Ну что, ребята, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. До встречи в новом видео. Все, пошли на завтрак. Пошли.